Всем привет, с вами Серега. Направляюсь сегодня на рыбалочку. Хочу половить на спиннинг. Не знаю, что у нас сегодня получится. Но надеюсь, что-то поймаем. Взял с собой свой микроджиговый спиннинг. Фаворит Bluebird до 5 грамм. Ну и попробуем сегодня половить окуня. Если не получится окуня, то попробуем половить на поплопопер. Может, какая красноперка будет клевать. Взял с собой там опарышев. Попробуем тоже половить. Ну и если вдруг и с тем не сложится, то у нас еще есть запасный вариант. Уже начали вылазить раки, греться на берег, и можем попробовать половить раков. Ну, это еще не точно. Не знаю, чи получится. Так что подивимся. Кстати, ребятки, вот, если кому будет интересно, то я сниму отдельный видосик чисто про ловлю раков. Так что, ребятки, пишите комментарии, будет вам интересный видос или нет. Так, ну а мы будем направляться до речки, там вот, дивлюсь, уже машины стоять много, мест, значит, не дуже много, де ловить, людей тоже много, но ничего страшного, я думаю, мы сегодня без рыбы не останемся. Ладно, ребятки, направляемся до речки. Шо ви, рибаки? Де твоя риба? Ну де, гладай. Ай, ладно, давай, да. Там, де й напсли. Ну що, здороваться не будете, да? З подписчиками. З подписчиками? Ні, ми давай. Де твої... Всім привіт, любі друзі, да? Любі друзі. Так що, то одна щучка? Так. Там ми тако приїхали. Я тако встиг туди сходити, там якась покльовка така дневнятна була, поняв? Прийшов сюди. Ну такую, в комнату у него размером. Грамм 400. Там меньше, 400. Thank you.
пошел окунь. Нормально. Не надо. Не, выпускай. Сегодня не пора, кью. Так він за это типа схватив клешнями или як? Та ні, десь за лапку, я не знаю, він впав на березі. А, я понял. Не, ну хоч щось. Ну да. Спробуем пикникам бачити. Слухай, мені хоча б щось поймати. Я вже не кажу, щоб когось обловити. Ну так і лови. Він мішає. Я питаюсь. Десь туди вкинуть то, под этот. Там он малек сидит. Бачишь, нема нихуя. Если разобрался, поймал. Не, ну если сейчас, то я еще там не буду. Тут моя перша рибка. Не, слухай, так нормальний ще. Два грама. Ну, два, да. Я загалом воно несе його і все. Этот, на козявку от М5. Так, ну що, первого відпускаємо. Дивіться, я його красиво відпущу зараз. Хуяче красиво. Та поплився. Окунь вже зі спорту. Все з ним буде нормально. Палець в рот засунув. Не переживай. Рыба? Слушай, я тільки пішов. Вот так, познавала, блин, это ну куди йти? Диви, який. Не, хороший. І з молоком уже. Ти бач, уже він на нераз. Угу. Рухай, живе. Бомба, пиявка, щука. А я тоже поймал. Такую, блядь, как... И я сейчас вкину. Серый, кинешь мне потом, ты в телеграме есть? Да. Заеби. Живы. Кинешь видос в телеге. Хорошо. Главное, что он заснялся, потому что эта камера, она любит выключаться в неподходящие моменты. Самое главное, чтобы на лиге выключаться в моменты. Ну шо ты? Ребят, ну в общем, как потом оказалось, то вываживание крупного окуня я не заснял. То, что позже у меня закончилась память на камере, и пришлось трошки почистить. И, скорее всего, из-за этого я удалил случайно именно цей фрагмент. Но есть фотографии, так что можете подивиться, якого Руслан все-таки умудрився поймать окуня. Ха-ха-ха-ха. Ну. Надо было сразу, наверное, сюда ехать. Да не, навряд ли, он сейчас, ну,
это, так, за правду-то мог бы и это, головы все. Ну да. Типа, коли потеплило, тоди? Да, там еще пригрело. Шо ще? О, хорош. Так. Другий на сьогодні окунь. Ну нічого, нормально. Дивіться, і круглий якийсь. Ці круглі. Та ні, ті просто якось длинні були такі. Ось такий от окунь поймався. Оце із покльовкою. Не те, що перший. Опять же на М5 козявка 1,5 дюйма. Так. Ви ловили, я ж перев'язувався. Ловили. Так мені потім ловили. А? Так. Ти чого на наші міста вообще? Де шова? Де ви? А, ні. Я дрини тягаю. Думаєш, що буде? Не знаю. Тут було там тут покласти. Там буде так сходи. От так. Голя! Опа. Ідеальний заброс. Ну, прикинь, я слышу. Двигайся. И в коляге. Да шо ты? Вон там, вон, дивись, речка открыта уже. Кастас! Это рыба? Это рыба была? Да! Это тебе тоже скидывать? Это не надо. Я же и не вытяну. Просто хорошо на паузе. Знаешь, ты сказал, ничего тут не будет. Тут есть рыба. Давай, поймай. Сейчас поймаю. Слушай, я думал, то мелочь, короче, я понял в этот. Сюда. Мій третій окунь. Так, ось такий от окунь поймався. Опять же, козявка от М5 крафт. На паузі поняв этот. Я чую, що щось типа поняв этот, в тебе в руку прям чувствується. Я ж думаю, мелочь по шнуру фігачі. Так це ж теж він не этот, він не сильно довбав. Так. Так, ну що, відпускаємо. Давай по папу, по маму. Так, сейчас еще попробуем тут. Возможно, еще какие-то хваты. Зацеп. Прям чувствуется.
Мелочь, походу. Так. Сейчас попробуем половить красноперок. Не знаю, что с этого получится, но надеюсь, что что-то да поймаем. Так, прицепив одного опариша. Бачу. Есть перво. Чуешь? Я в красноперку поймал. Да? Угу. Так. Ну, красноперку я, конечно, уже и взял, но ладно, хоть плывай. Ну что, ребятки, на поплапопер мне удалось тоді поймать около 6-7 красноперочек, но они все были не дуже великі. И камера уже тоді перестала снимать, то что закончилось место опять. Ну, а кому понравилось таке видео, то не забывайте подписываться, нажимать на колокольчик, ставить лайки, будет еще много интересных видео. Ну и всем пока!